Всего несколько свободных вечеров, и вот утиный дом готов. В Самаре в сквере «Солнечная поляна» появились деревянные домики для пернатых. Семья Бахтеевых трудилась над шедевром 3 дня. Самым сложным было разработать дизайн. Хочется оставить и после себя след, чтобы ребенок смотрел и питался вот этими эко-традициями, сохраняя и бережно относясь к природе. А для семьи Сыроватко такой опыт не первый. Ранее уже делали скворечник, поэтому решили, что домик для уток должен получиться. Уток здесь у нас огромное количество, поэтому будем надеяться, что им в нашем домике будет уютно, тепло, и они у нас будут там деток своих выращивать. В жилище все продумано. Есть даже отдельные комнаты. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться и к профессионалам. У нас в парках есть подобного рода водоемы, у нас есть муниципальные предприятия, так и называются парки Самары. Там есть свой бюджет. Значит, вот взять за основу, может быть, даже эти эскизы, сделать нечто подобное. И все это только начало преображения территории. Впереди планируются работы по очистке озер. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.